Здорово, представься. МС Парашют. Что ты здесь делаешь? Пью пиво. А что еще? Мне говорили, ты тут рэп читать будешь, альбом презентовать. Да, у меня через неделю альбом, я буду читать рэп. А против кого ты сегодня баттлишь? Против Гэпа. Как он тебе? Ну такое. Ну он сказал, что он тебя разъебет, потому что ты плохой МС. Это хорошо, правда? Да. То есть сегодня будет разъеб? Да, полный, вообще охуенно разъебает. Ясно. Что за майка у тебя? Джонни Квит новую униформу выписал. Хорошо, что еще расскажешь вообще? Вчера, короче, ебашил генера зацеп. Короче, турника на турник еле, блядь, долетел. Короче, берусь нахуй, руки соскальзывают с турника, пиздец. Короче, коленки не разбил, я ебал. Ну, короче, потом сделал, сняли даже через неделю видос с турниками новые все на мой канал. Когда, Глеб Козленко ВКонтакте. Когда следующие гастроли с цирком будут? Ну, вот сейчас. Буду обезьяну одну дрессировать сегодня. А, я понял. Хорошо, удачи тебе сегодня тогда дрессировать. Спасибо. Привет, Макс, что пришел? Бля, пришел зарубиться нахуй на битве, блядь, площадок. Да? А с кем батлишь? Глеб Парашют. Сильно он МС? Нет. А ты сильный? Да. Ну хвостер же разъебал. Да. Судьи вырезали, потому что там было 5-0. Все понятно. Все, давайте, пацаны, удачи всем. Эй, йоу, всем здорово, с вами Костя Баяндин, это Минск Independent Battle против слова Минск. Давайте сделаем в этом зале погромче. Мы, как всегда, говорим спасибо нашим друзьям, нашим спонсорам. Это энергетический напиток Горилла, Шума Горилле. Магазин одежды Hard Store, Шума им. Магазин кроссовок Air Shop. Славная кальянная. Ну и куда же без них, лучший вейп-шоп Беларуси, сигарет нет. Ну что же, самое время представить наших судей. Сегодня вершить судьбы будут участник Versus, Versus Fresh Blood, Versus BPM, Minsk Independent Battle, вообще всего AMIO Official. Yeah! Ветеран онлайн-баттлов Рома Суровый. Yeah! Звукорежиссер Нестанда Рекордс Антон Акимов. Yeah! Организатор вечеринок In The House Production Максвелл. И, конечно же, редактор Rap News Семен. Не редактор. Прошу прощения, не редактор. Человек, который представляет Rap News Семен. Давайте еще раз шума. И рэперы. Участник справа, представься. Гэп, слово Минск. Рэпер. Участник слева, представься. Парашют. Парашют. Парашют, блядь. По итогам жеребьевки начинает парашют. Первый раунд. Шума! Я в твою суку как-то могучий поселил семя и кормил дерьмом своих батлов. А каждый мой панч бьет все сильнее, как рука твоего папы. Считаете мои панчи моральными? Ребят, да вы чё? Я погнался за гэпом и выебал в жопу. В жопу, блядь. Так что нахую шкурка от помидора осталась. Слышь, Чиполлино, я даже имени твоего не знаю. Мне плевать, откуда тебя достали. Я твой пьяный бригадир, ты у меня на стройке. Так что бери кирпичи, что тут навалил. И пиздуй в соседи поселок. Я говорил, что мне похуй с кем базить, но, блядь, не настолько. Знаете, на кого похож гэп? Да на кого, блядь, угодно. Обычный и скучный. Поставь вместо тебя тут любого, будет не то же самое. Будет, блядь, лучше. Битва площадок, все ждут интересные схватки. Но ты-то нахуй тут нужен. Блядь, без понтовок, а смотреть порнуху без звука, когда никого нету дома. Скучный, как смотреть полфильма, пока ждешь рекламу букмекерской конторы. Блядь, скучные панчи, скучные рифмы, у тебя даже ебальник скучный. Никакого прогресса, никакого протеста, слышь, мамин агрессор. С таким фейсом только сниматься в массовке рекламы, блядь, Лейса. Есть порно-актриса, ее зовут Гэп Алиса. Думаете, я назову его Алисой? Йоу, ребята, кститесь, к девчонке никаких претензий, она хотя бы за это получает на пейсы. А Гэп я сегодня выебу, не заплатив ни копейки, так что занимайте место, наслаждайтесь процессом. Я думал сделать батл по фактам. Нарыть инфы, зашкваров, что попросту вытреснул. А потом подумал, кому вообще это будет, блять, интересно. Ты обычный мудак, мне не надо напрягаться, ты покажешь это им сам. Ваши батлы по фактам это ты там так сказал, а там так сказал. А на самом деле все было вот так. Хлопчик, иди-ка ты нахуй, я гопник, блять, я с ума сошедший. Я тебя погубить могу, ёпты. Сделай это! Я такой гопник, что завел собаку, чтобы искать чужие закладки.
Я такой гопник, что когда сорвусь на бутылку, не отрываю пятки. Да, когда тёлка пришла ко мне без пива, я понял, что любви нет. А я такой гопник, что для меня Аристотель — это любой мент. Да, такие, как я, в 9 утра под магазином не потому, что хотят с утра купить сметанку и хлеб. Когда у стоматолога мне говорят, потерпите немного, сейчас будет больно, я сразу бью в ебало врачу, ведь я не терпила. Когда я хочу ссать, я сразу мочусь, ведь, сука, я не терпила. Когда я влетаю на биты, все думают, я с неба будто ферум. А у меня нет дома плиты, я грею еду феном. Да ладно, я обычный задрот, просто решил, что спрятаться за маской гопника будет не лишним. Когда на районе у меня спрашивают, какой я ориентации, я отвечаю, книжный. Я не пытался рыть тут инфу, чтобы слышать вопли, мне это незачем. Мой текст, как твой хуй, нет, не короткий, просто упорно выдрочен. И пока твоя Тима, твои псы стоят за тобой и кидают на меня злым оком свой взор, мои псы срут у тебя под окнами на газон. Ты думаешь, это не страшно? Но я не убираю какашку бумажкой. Я говорю на батле слово какашка, рифму с бумажки, да мне вообще похуй, блядь. Мне смешно смотреть, когда ты делаешь вид, что типа жуткий тип. Меня уже тошнит от вашей показушной, блядь, трушности, о которой вы кричите еще не вылазя с пеленок, будто бомж возле магазина тебе впрягает про законы на районах. Блядь, опасный тип на арене, у него жесткая жизненная позиция. Когда его пытаются нагнуть, напрасно теряют время, ведь он не поддается и продолжает мужественно стоять на коленях. Настоящая трушность должна быть в сердце, здесь и сейчас. Сука, я самый трушный из вас. Ведь если я уйду на ТВ, то только на православный канал. Спас! Ваша трушность не в том, что лучше гордо умереть, чем позорно состариться. Ваша трушность в том, чтобы всю жизнь пытаться не зашквариться. Зашквариться, состариться, выкупай рифмы, гандон, тут тебе не Лондон. А у меня зашкваров вагон, ты не представляешь, как их много. Я сам тебе про них расскажу, спроси меня только. Блять, в 10 классе мы с другом у меня дома. Снимали клип на Кэнди Шап. Он обсыпал меня конфетами с новогодних подарков, пока лежал на кровати в трусах. И все эти зашквары есть в сети, стоит только залезть. А вы просто боитесь быть теми, блядь, кем вы напросто, просто-напросто есть. Парашют! Или можете сделать схему по моим подпискам ВКонтакте. Среди пабликов типичный турникмен и моя качалка. Найдешь паблик с гей-порно, хотя по сути, блядь, одно и то же. Сука, драчу на что хочу, законом не запрещено. А вы просто боитесь жить и себя боитесь до дрожи. Такой стесняшка, что закрывает глаза, когда дрочит. Мне кидает его батл со словами: «Вау, ты будешь батлить с гэпом». Осторожно, он убивает своим батл рэпом. Он каждый панчем лезет под кожу. Он тебя убьет, будь осторожен. Я вот врубаю видос, у меня уже коленки намокли. И в первом раунде панч колки, блядь, слушайтесь только. В школе ты учился на двойке-тройке, но тебе дали грамоту, это был грамотный троллинг. Ты чё, ёбу дал, гомик? Может повторить, а может кто-то не понял? Блять, позор, да и только. Да, в этом и есть прелесть батлов. Уличить соперника в том, что он делает щит. Но перед тем, как сказать, что кто-то обосрался, и посадить его грязной жопой на штырь, сперва проверить, чисты ли у тебя штаны. А самое печальное, что после этого в зале был смех. И в этом весь ваш проект. Панч говно, но вы орете как суки. Но это не помощь волков в стае, это медвежья услуга. Ведь когда угораешь таких якобы панчей, батловики не видят смысла развития дальше. Вы делаете говно, люди жрут и говорят спасибо. А зачем больше, если даже этого вам хватило? В итоге писать даже такое говно кончаются силой. И смеяться с этого люди устанут тоже. В итоге вы устаете, стоя на месте, в своем же говне, будто насрали на беговой дорожке. Такие, как ты, сами не знают, зачем становятся в круг. Типа, я прусь от батлов, я попрусь на батл, чтоб все в хабзе знали, какой я пиздатый. Ты говорил, что я как соперник тебе не интересен. Ладно, на батле ты говорил то, что тема конфликта площадок тебе непонятна. Тогда только один вопрос тебе, папин вибратор. Что ты забыл на этом, блядь, батле? А я скажу тебе что. Самый преданный солдат за родину гордо упадет прахом? Нет, по приказу генерала главная постилка первая принимает упор лежа нахуй. Карманный защекан такой, послали батлить, пойду батлить. Послали нахуй, ну значит так надо. То есть анальные мамины консерваторы. Если ты узнаешь, что через неделю умрешь и закончится все вечным сном, поставишь в статусе «Никогда не знаешь, что будет завтра, но даже сегодняшним днем, и всю неделю, блядь, просидишь за компом». Такие, как ты, не могут сделать пиздато, но могут рассказать, как сделать пиздато. Типа вот представьте, вот вы жарите шашлыки, все классно, а рядом стоит жирный сосед и рассказывает, как правильно готовить мясо. Блядь,
когда перевернуть, чем лучше полить, чтобы довести до ума. А его вообще никто нахуй не звал. Ты ему говоришь, блядь, если такой умный, может, сделаешь сам, а он тебе, не, пойду постою у костра. И вот ты, это тот самый жирный сосед, который типа со всеми тусуется. Гэп в клубе подходит к тёлке, девушка, вы танцуете? Танцую. Хуёво танцуете. Да я в рот тебе плакал. Какие контракты, бланты и бабки? Брат за брата, когда прячется в драке, Сибас его мрак, я твою бабку лапал. Где моя плата? Вот тебе батл по фактам. Для меня ты пиньята, палку по гланды и посыпался сладкий. Походу забыли ребята, что похуй, где и когда там надо делать пиздата. Знаешь, как надо. Ты не клауд папа, я клал правда свой болт здраво на твою клау наду. Ты член клана, вожак стаи? Да ладно, ты лед в лаве, ты растаял. Большой рай складный, ты лед в лаве, ты растаял. Охуеть, правда? Дрестай, падла, твоим снам сладким не стать явью. Твой стайл правда, твой стайл лада. Ты не мальчик с Мибас, который мы пошутим про клитор. Потом выпьем пиво, без лая и обиды, поуграем над миром, нажимся как гниды. Но не с тобой, педрила. Я барабас, ты мальвиная, нож тебе в спину, ору тебе в рыло. На ножке подлива, как тебе, сука, не стыдно. Моя рамик на поле мина, ты половина мужчины. Не обоцарался, твой стимул, больше вы тебе не сулили. Но и тут ты солида, присел на булаву, гайдилы. Поздравляю с кончиной, раунд. Бодренько начали. Расскажи. Пиздиться потом будем. Первый раунд. Кеп Шума. Йоу. Слово Минск и Минск Independent Battle. Кроссоверы. Мы с вами все видели аналог. И мы с тобой пара в паре. И батлим в начале. Это же так прекрасно, парень. Да? Ведь между нашими площадками пиздец вражда. Ты это пойми, пацан. И сегодня будет здесь война. И к этому батлу я готовился не как обычно. 10 дней. А 11. Да, чувак? Пиздец. Или, чувак, я готовился 11, блядь. Дайте Шуму. Еще раз. Да, да ладно, я шучу, это флип такой был специально, да, типа. Да, но кто же такой в пару достался мне? MC Парашют, воу, крутой никнейм, но, Глеб, запоминай, кто тебе, чтобы в твоей дырявой тусе не сказал, но ты настолько безликий, нелепый уебан, что с тобой тёлки имитируют сарказм. Я у Глебас, парниша, знай, да, это не моя и не твоя вина, и кто из нас самый крутой, тот новичок, пусть после батла эти люди скажут, но пока на афише наши имена никто не знает, мы как Imagine Dragons, да, но... Но в пизду вступление, ведь хотите только честно? Блять, его мать до сих пор хавает по стенур пачками ежедневно. Надеюсь, что эта хуйня когда-нибудь все-таки исчезнет. Бля, и вообще, блять, я не знаю, зачем приперся этот позер на батл. Это еще здесь, конечно, не все, ведь как-то четверга на пятницу Парашюту приснился секс Мози Монтана, и это был твой вещий сон. А я не батил 4,5 месяца, ребят. И у меня передозировка панчлайнами, так что тебя я могу ими долго сыпать. Ведь я такой пиздатый, что даже моя мать признает, что на моем фоне сын ее подруги полный. Хуйня. Да, но мы с тобой два типа, что известны в узких кругах. Но что мне предъявить может мудак, который выглядит так, как чувак, который в школе реально что-то делал на трудах. Нет, серьезно, ты выглядишь как типичный деревенский пацан, что... Выглядишь как типичный деревенский пацан, что раз в пару месяцев приезжает в город на батл и его... Ты выглядишь как типичный деревенский пацан, что раз в месяц приезжает в город на батл и уже каждый панчлайн рубит его всех на повал. Но я ебу эту колхозную шмару, да так, что этот круг превращается тут в сеновал. Запоминай, сука. Блять, я знаю, что ты любитель пословиц и поговорок на батлах, мой друг. Да и, возможно, ты один в поле воин, да, но кто ты в кругу? Дайте попью. Давайте попьем! Ты один в поле воин, да, но кто ты в кругу? Ведь мне на тебя не надо даже пара жестких фактов. Ведь даже эта площадка, Republic, для нас с пацанами новый клуб, а ты уже в нем домашний. Ну а ладно, выйди сюда, ты вошел в мой дом. Нет позади кентов, мы только вдвоем, нет никакой опоры. И метаться поздно, правда, ведь кто такой парашют без опоры, блять, это просто тряпка, сука. И глядя твой раунд, я понял, что с нормальными текстами эта мразь не в ладах. Ведь как бы просто мне не было тебя замочить, а ты из себя не пытался что-то тут выжимать, в итоге получается все равно лишь грязь и вода. Я надеюсь, ты понимаешь, к чему все эти параллели? Ведь настало время закрыть тут одну тему, про которую читали тебе все твои оппоненты, пацан. И чаще, чем тебе читали об этом эти дебилы, читал, наверное, только ты сам. Ведь, может, кто-то догадался, а кто-то нет еще. Ведь тебе читали о двух вещах. Про турники и то, что твоя самая популярная строчка, я побежал с двумя зайцами, и мы устроили турничок. Но ты сам сказал, что это... Тихо, тихо. Но ты сам сказал, что эта тема заш
зашкварные. Так что их давай лучше сразу опустим. И ведь какая разница, как бьешься ты здесь? Если ты бьешься в конвульсиях, и твое положение шаткое. Если и твое положение шаткое, ведь даже то, что я не думал тебе, что ты предъявлять за эти панчлайны, что так примитивны, банальны, уже показывают о разнице в площадках. Но на вашем батле Манит уж сказал, что ты работаешь в цирке акробатом. Это... Я никак не пойму, это правда же, как иронично. Вот это фокус, ведь твои шутки такая шляпа, неудивительно, что они притянуты за уши. Ну ладно, 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 я же обещал, никаких шуток про зайцев, чувак, но в нашем хайп-трейне ты сегодня без билета, используя шутки про турник, дальше не пройти, они станут турникетом, так что смотри. Так что смотри, мы с тобой схожи в одном, и это... Несложно понять, ведь куча абстрактных, абсурдных, ебанутых строк хватает в раундах и у тебя, и у меня. И отнять этого у нас никому не под силам, наверное, но в отличие от тебя, я не забываю бить в оппонента, ведь серьезно, когда ты читаешь на серьезных щах, около минуты начинает скучать толпа, и это правда печально. Ведь я знаю, как к этим серьезным строкам так привязать трудно панчлайны, и это реально твоя проблема, тебе не верю ни я, ни толпа. И когда в зале гробовая тишина, ты сразу к суфлеру и забавно теряешься, так? Видны тут же последствия. Я подумал над этим и понял, чуваки, походу это наследственное, блять. Не-не-не, не надо шума. Ведь думать об этом было правда так грустно. Ведь батя парашюта так сильно любил тишину, что даже отказался от пульса. Блять. И хоть сейчас, видишь ты, когда мысль зашла в тупик, можно выдать абстрактный панч, будет весело, браток, но это слишком хилый ход. И базар ноль, порой ты говоришь умными, но общими фразами. Какой смысл говорить то, что кем-то уже было сказано? Так что какую бы даже сегодня ты тут абстрактную херь не нес, но твой бритый начисто стелек ходит по рукам известных MC, будто Эмбер Роуз, эй? А я прекрасно знаю, нет, а я прекрасно знаю, что говорить оппоненту про то, что он шаблонный батлер, это и есть самая шаблонная предъява. Но если так подумаешь, что ты, что типа сегодня вашу площадку представляют, не меняют ровным счетом нихуя, ни формы, ни содержания, ни направления. Не задает вектора, о чем говорить, если даже новички на наших площадках уже дышат тебе в затылок, а ты все думаешь, что кто-то желает тебе попутного ветра, да? А мне мало победы, мудак. Хочу этого убить клоуна. И после батла с тобою, после батла со мной, твоя кардиограмма будет выглядеть нестабильнее, чем биржа биткоинов. Так что, сука, зри в корень тут. Я не зря вначале сказал, что это просто тряпка. Ведь после батла вам троим ебланам уже не светит солнце ярко, скорее наоборот. Ожидают такие, блять, осадки, что парашюту удастся удачно приземлиться тут вряд ли. Ведь ты многогранность батлов как будто, блять, не понимаешь или не хочешь понимать, но возможно, поймешь чуть позже, ведь запомни. Пусть ты и стоишь тут с такой опасной миной, но я могу тебя задеть, а вот ты тут взорвать не сможешь, сука, раунд. Это были первые раунды, как оцените? Короче, продолжаем второй раунд, парашют шума! Главный ивент этого года. Для белорусского рэпа важнее события нет. В смертельной гонке за бутылку гориллы схлестнулись рэп и Глеб. Мид против минского слова. Событие несравнимое с чем-либо. По нашему батлу писать будут фрески. Он наберет пару тысяч просмотров, и ты вздохнешь с облегчением. Фух, я не умру безызвестным. Но как же так? У тебя на батле 80к просмотров. Как я мог забыть твои былые заслуги? А нет, не у тебя. У хип-хопа одинокой старухи. Ты там так старался панчить. Уличил его в лицемерии и лжи. Разобрал образ на детали. А он убрал тебя шутками про сельский туалет и пизденку твоей мамы. И сегодня очередной раз ты будешь чувствовать себя неуютно, как Брецкий в гробу, пока твой соперник... И сегодня очередной раз ты будешь чувствовать себя неуютно, как Брецкий в гробу, пока твой соперник читает очередной пиздецкий бред и хуйню. Я со слова «Минск» ты это гордо сказал, но ваши приглашенные гости залетают поуграть вас в зонал. Даже чуваки со слова не воспринимают всерьез ваш филиал. А Абба серьезно готовился только на Мибе. Это... Факт. Эта инфа бьет тебе в уши, будто волны от взрыва. А Бобиск отсылал 40 заявок на Версус, чтобы там еще раз забатить с козырой. Почему-то обоих не взяли. Козыры не поняты гений нашего времени. У козыры фол Мирона, Мирона бесит лоу козыры. Как работает, блядь, эта система? А ваш проект обещал вам развитие? Известность фейса против всех, как Ренессанс. Рэп без неймлса, на свай от Герпеса. А в ответ только куча глупых отмазок. Ты болен рэпом? Стандартная фраза, но в твоем случае это катаракта шоколадного глаза.
Словом, многодетная мать-героиня. В каждом селе по дитяти, все на своем месте. Каждый трушней самого трушного. Нет, слово, как пьющая фанатка инцеста. Каждый близнец уродивее предыдущего. Когда ей говорят «хватит», ты не родишь нормального ребенка, это не стоит того, не будет нормального филиала на слово. Она снова и снова продолжает плодиться, ведь каждого ребенка получает пособие. Слово «семья». Слышь, фэмили гай. Слово «семья» стоят друг за другом горой, но после батла подходят ко мне со словами «парашют, ты был прав, слово реально говно». И сейчас вот они орут за тебя и засирают каждый мой звук, но на всех моих батлах они громче всех кричат «парашют». Парашют! Сегодня они считают тебя крутым пацаном, меня дном, но постой. Они, как обычно, говорят там мне в лицо и у тебя за спиной. Вот. Сначала я хотел написать кучу панчей про твою тёлку. А потом взял и написал кучу панчей про твою тёлку. Я вдохнул в нее столько жизни, я хотел выпить только тоника. Твоя сука любит жесткий фитинг, я чемпион мира по тиктонику. Мой болт ее рука, как трость у слепого. Ты думаешь, я шучу и все это только по стёбу, но твои суки грызть мой толстый сёгун, как нары тентасиону. Да, твой хуй это пусти повалюся. Гэп устроился работать куколдом, смотри, дорогая, я в тусе. Ладно, у тебя там маленький Дерек, и не надо оправданий. Я не верю в подземных гномов хуекрадов. Ты уселся на хуи, но воспринял все в штыки. Ты уселся на хуи, но воспринял все в штыки. Когда ты шел на шелке, напередел тебе в угли, ёпта. Да, банально, ну и чё, это не... Да, банально, ну и чё, это не годится, но я будто отречён. Твоя сука дева лицом, где будет личный черт. Когда я не мою жопу, твои суки грязный рот. У тёлки есть, ребенок, значит будет тройничок. Я полон спермы. Я полон спермы. Тестостерона полный достаток. Ты полон спермы, у тебя был плотный завтрак. И вроде все как надо, все смеются над нами, и ты уже на победу настроен. Но делать из такого говна весь батл, как подтираться рукавами. Удобно, но не стоит. Это факт. Но это как раз твой грех, делать батл по мемам и стереотипам. Типа каждый мой гэнг-барс, это гэнг-бэнг, где я 10 негров, а ты там маленькая блондинка. Типа, ты залетаешь домой, чувствуешь что-то не то. Блять, пахнет турником. Понимаешь, сегодня твоя сука на ком, дело говно. Стоишь перед дверью, пытаясь собраться с духом, пока я свою руку в твою суку и качаю бицуху. Как же так? Она говорила, что любить будет вечно, пока я влетаю в нее, как птеродатый в скворечник. И вот ты выбиваешь дверь, как вышибал со стажем. Залетаешь в спальню, вроде пугайся, как же. Пытаюсь спрятаться в шкаф, сука, не влажу. Все, я понимаю, хуже не станет. И мы бы столкнулись лоб в лоб, если бы не кипарик. И мы оба замираем на миг. Я вспоминаю видео, как тренил Хабиб. Бью тебя въебало со спущенными трениками. И дело не в том, что я ебусь в трениках и кипарике. Дело в том, что такое говно пишется налегке. Это то, чего от меня сегодня ждут. Популярная схема на стереотипную тему. Зачем лезть вам в дерму со своим постмодерном, если вам хватает шуток про сперму и панчей по мемам? Я могу сделать так, что тебя отсюда везут куда-то фалком, но я по привычке зазнался. Я серьезно отношусь к батлам. Просто дайте мне того, кого нельзя вынести обычным бэтбарсом. А честно, ты не готов, я тебя тут грубо размотал. Я ебу готов, чтобы говорить, что киска мне дала. Когда звали на аборт, твоя мать была в первых рядах. Если батл рэп это спорт, у тебя группа ЛФК. Когда я кончаю, на твою суку будто сходит лавина. Она как природа, в ней обитало много видов. Блять, а у меня такой большой хуй, что природа чуть не перепутали с пуповиной. После ночи со мной твоя тёлка выглядит как плуг после пахотного дня на поле, на ферме мудила. Ты тут летаешь надеждой на чудо, как сервятники вокруг кургана. Ты пережил первый раунд, это правда даром. Правил мало, принял удары по всем флангам. Это просто клетка твоей банды. Рядом парни браво, но батл со мной, как русская рулетка с полным барабаном. Да, было? Это мой панч, я выдал. Ну ладно, похуй поебать. Полный барабан. Ваш батл по фактам тупо бабки на лавке. Так старался, но MC не стал, значит тебе тут не рады, все тупо за лайки. Закаляется сталь, стало чуть жарче и плывет наш тугоплавки. Ставлю еще один фонарь на твоем бульваре проебанных батлов. Подавай сиблом корифея, типа опасный, жесткий, сразу свой в доску. Но если вникнуть, пустая дешевка, как стразы Сваровски. Мой хуй дорога в рай, так присядь на дорожку. А ты думал, что будет, когда ты проебешь мне? Ты, конечно, в это не веришь, что всем срать на твое мнение. Последний, с кем я батлил, сейчас оба на Фиделио. Проеби!
Это сейчас ты пугаешь огнеметом, опасный и дерзкий. Но когда тебя бомбит после проеба, батя тушит по-пионерски. Такие, как ты, едят банан ложкой, чтоб не палиться. Так-то, блядь, не по-христиански, так нагло скрывать свои лица. А я научился дрочить левой рукой, чтоб с чистой совестью правой креститься. Думал, что делаешь классно, но каждый раз ты мешаешь с говном. Чертов фантаст, создал мирок, где он всех нагнет. А как же все то, что тебя так опускало на дно? Ты напрасно перешел Рубикон, с чего вдруг водолаз решил, что он Посейдон. Ты не умеешь батлить, ты умеешь смотреть батлы и обсуждать батлы. Поэтому ты батлишь, потому что тебе нравятся батлы. Я батлю, потому что мне нравится батлить. Блять, мамкины тролли, все тупо по шаблону. Батлы скатились в ноль, всем похуй на основу. Если уже даже Витя Бови может вынести Мирона. Блять, а где баталии выше пробы? Это больше не канал, где нормальный наследник трона. Но если батлы умирают, я последний ударю по крышке гроба. Раунд! Парашют! 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 День кричала. Второй раунд. Гэп, шума! Яу, Минск Independent Battle. Такое название носит твоя площадка. Минская, ну ладно. Независимая, что правда? Независимая, это по типу underground, да? Когда в рот ебешь все правила, но у вас реклама на Rap News, The Flow, View, каким-то, блядь, телеканалом там. То есть общая, то есть полная зависимость для от новостных порталов, но я не осуждаю. Но как по мне, пиздеж уже в названии, это печальный как-то. Или для тебя выглядит как участник группы Стекловатый. Это такой способ... Или для тебя выглядит как участник группы Стекловата. Это такой способ показать, что ты независим. И твое нежелание быть со стадом. И если это правда, то вдвойне печально. Ведь, чувак, ты вокруг сам посмотри. Сейчас постричься и покраситься, как даун. Это ебаный мейнстрим. И только за это неумелый Стёб, ты получишь пизды. Так что поздняк метаться. И теперь попробуй докажи мне, что вы не ебаный мусор. Если даже ваш ведущий из красных. А уйму классных панчлайнов вы придумаете и запомните вряд ли, ведь нахуя мне индепендент, я зависим от батлов, и это не пафос ради пафоса, не азарт ради азарта, ведь мне правда сказали, что со мной тут в паре чуть ли не единственный тип с Минск индепендент, что делал панчлайны, ну так давайте-ка с вами заценим его пару цитаток, Итак, цитата парашюта с батла с Катра. Смотреть твои батлы, это как вытереть жопу бумажкой, а потом в эту бумажку выдать носом. Блять, чувак, что за сравнение? Зачем ты, блядь, это делал? Это ж мерзко, пиздец, блин. Зачем ты пытался высморкаться в бумажку, блядь, со своим текстом, а? Вот тут, походу, вообще не стал заморачиваться ты. На одном из своих батлов парашют прямо говорит: пацаны, я взрываю, зовите меня Ким Чен Ир, нахуй. Охуенно. Поебать. Ким Чен Ир, какая нахуй разница? Но, чувак, с такими панчами себе точно не сделаешь тут имя ты, ведь... Ты несешь полную хуйню, у тебя были дебильные усы, после ты их сбрил, теперь заново отрастил. Я зову тебя Грудининым, нахуй. Ну вот, наверное, мое самое любимое. На своем первом батле ты с таким серьезным ебалом нам втирал нам такие речи, братух, типа, как может летать тот, кто был рожден падать? Блять, с такими речами тебе точно не быть диспетчером в аэропорту. И, кстати, насчет батла с Катера. Не знаю, один ли я заметил такой фрагмент, но, как по мне, это ебать забавно. И как бы свои частушки там не пел бы, но когда забывал свой текст, ты так резко поворачивался к суфлеру, что чуть не захуярил его козырьком от кепки. Ебать, что позавидует и Том Шелби, блять. Ну, серьезно, Тихона. Но я знаю, что ты не из острых козырьков, ты типа из острых языков, но правильно пойми меня. И куда подальше запихай свое самомнение. Ведь говорят, что язык доведет до Киева, но тебя он довел до Фиделио. Кто не понимает, объясняю. Battle Manito Scatter. Где-то второй раунд. Выходит этот пацан батлить. Зачем в зале? Никому не понятно. Хотя вроде как должен был быть эффект. Вау, но ты сделал по стандарту свою обычную хуйню. Свой обычный батл. Хотя вроде вступился за кентай. Это ебать смело. Но ты на батлах ни разу не делал ни одной схемы. Но каждый твой батл — это одна схема. Ведь серьезно, долбоеб. Количество твоих фишек пересчитать можно по пальцам. Каждый батл, блядь. Пара шуток, серьезный парт. Момент, где ты начинаешь ускоряться, блядь. Я серьезки. Тихо. Я серьезки, кстати. Ведь как по мне, так твоя звучит пиздец при. Ведь если я делаю серьезный парт, значит есть что сказать напротив стоящему пидору. Если ты делаешь серьезный парт, то потому что, блядь, так принято, нахуй. И вот вам пример. На своем первом батле, опять же, этот Фодер рассказал такую душещипательную историю. И зал так принял тепло его. И там он рассказывал про то, что они организовывали батл во дворе. И на эту хуету пришло посмотреть аж 30 человек. Это не ебаться успех, бля. И тогда эта история зашла многим. Но какой пункт в том, что люди пришли поугарать над убогими? Чувак, ты же должен... Вот именно, да. Вот я. То же самое. И Мик то же самое. Кроссовер, нахуй, чувак, кроссовер. И чувак, смотри.
Ты же сам должен понимать, в интернете есть куча видосов, где люди приходят посмотреть на алкашей, что несут хуйню, не скрывая эмоции, либо отплясывают так, что невозможно там над ними не посмеяться. Ну так что теперь? У нас вся страна стендаперов, блядь. Или ждем Минск Индепендент танцы, нахуй, или что? Тихо, я надеюсь, ты понял всю комичную ситуацию. Ведь комичнее только батлы, где ты начинаешь ускоряться. Нет, серьезно, когда ты включаешь свою читку, мне хочется кричать: дайте ему водичку, блядь, серьезно. Потому что не мне говорить, я согласен, но ты ужасно читаешь и не выводишь свои быстрые парты без пауз, блядь. Такое чувство, что когда ты включаешь свой флоу, у тебя так сухо во рту, что при стрессовых ситуациях там свою голову мог бы спрятать страус, блядь. Прикинь, нахуй, такая хуйня. Ну вообще, шуманите, пацаны. Ну вообще, на самом деле, я в ахуе с тебя. Как так можно из батла в батл не меняться? Бля, недавно захожу я в супермаркет, а там парашют на кассе пытается еще старой валюты рассчитаться. Ну ладно, это все шутки, а если серьезно, то у тебя же есть аналог в виде сына проститутки, что каждый батл делал одно и то же, и в концовках раунда выходил из образа, пиздел на слово, и мы все прекрасно помним, чем это закончилось. Так что тебе еще надо подрасти, главное только захотеть. Но если сегодня ты решишь выйти тут из образа, давай только не как Леха Медь, окей? Пожалуйста. Но вот я смотрю на него и сильно замер. Я почти расстроен, ведь замечаю, что в тебе произошли все-таки изменения. Ты сменил те шмотки Терра Нова, за которые тебя стебали не один батл на этот стильный адик. И это просто пара голых фактов, ведь ходит слух, что этот костюм для него был изготовлен самим Тони Старком. Но это по фактам. И давайте-ка посмотрим, что он себя включает. Новые улучшенные шутки про турники и зайцев. Флоу такой, чтоб ни своим, ни чужим не было ясно, о чем читает этот пацик. Блять, а главное, новый увеличенный боезапас баянов, конечно же, броня из самоиронии, а также секретное оружие в виде пары фактов осталось строить лишь текст на батл. И готов, солдат, но какой в этом смысл, если в тебе нет заряда? Ты какую тусу ты хотел сегодня разъебать? Я правда не пойму, ведь даже моя брань сносит нахуй всю твою броню. И пора поставить точку. Ведь если ты делаешь все так, чтобы стало проще, лайстел твоих баталий, так и будет далее, как прямая бочка. И пора закончить. Так что пора закончить, чтобы сошли две части раунда, и всем стало понятно, там, что ты был разобран тут на элементы, правда, ведь ровно так, как нет ни капли независимости в твоей площадке, да, он так и в тебе, нету ни капли батла, блять, раунд. С этим решением переходим. Эмио! Саша, скажи громче. Громче, да. Ну, это не мне нужно говорить. Короче, еще я скажу. Интересный батл, но, откровенно говоря, слишком для меня дохуя текста для воспринимания. И в этом тексте слишком дохуя воды было. Особенно, мне так показалось в первом раунде. В первом раунде мне показалось, что у парашюта водички было чуть поменьше. Начнем с этого. А во втором раунде воды, скажем так, в принципе, подошло. Может, потому что целки подтекли троху все. Но я думаю, это было заметно с обоих флангов, что с этого, что с того, острее, мощнее был парашют во втором раунде. Окей, двигаемся дальше. Рома Суровый. Шум! Я сейчас оброню немножко мудрости, ребят, поэтому смотрите под ноги, блядь. В общем, вот этот чувак, реализовал прикольный стиль молодого жигана, такой, типа, прогнал пару жизненных телег, но в целом, мне такой стиль не близок. Очень много наигранной попсовой неоправданной агрессии и грязи. И, она такая, типа, блядь, вот эта вот вся хуйня, я это много где видел, оно неубедительно, блядь. А вот этот чувак, он стоял такой скромненько, я думал, блядь, что он покажет, стоит, что-то сопли жует, хуй знает. А он, блядь, включился и сделал очень охуительно. Реально, объективно, в каждой четверочке я видел от него прикольные фразы, минимум, максимум охуительные. Блядь, про вещи, сон, про сарказм, блядь, куча прикольных вещей, которые лично я субъективно запомнил, мне понравилось. Я за него. Один. Хорош, заебали, реально. Двигаемся дальше. Максвелл. Начнем с того, что парашют начал дерзко, бойко. Это было интересно. Мне понравилось, что в первом раунде, во втором раунде концовочка секунд 20 он добивал. Это как контрольный в голову. Гэп, он заволновался вначале, то есть или что, хоть ребята там поддерживали, орали как демоны. Но все равно ты разошелся ко второму раунду, но все-таки парашют был, на мое мнение. 2-1. Антон. Всем привет. Спасибо пацанам за батл. По-моему, это было круто.
И вот я вот до сих пор даже не знаю, кому отдать свой голос. Если можно было отдать голос двум, ну, я бы, наверное, так и сделал, потому что, ну, как по мне, батл супер равный, то есть, ну... Оба пацана крутые, ну, просто вообще, но... все-таки парашют, наверное, как-то больше по, ну, поинтереснее у него были мысли, шутки, и поэтому слово парашют. Окей. Парашют! Можно долго? Можно долго. Хорошо. В общем, я бы разделил MC именно так, то, что тут именно батловый стиль был, тут было MC, который делал шоу. Но что понравилось у тебя? У тебя были иногда хорошие панчи. Иногда. Было очень большие раунды. Очень. Все устали. Все устали. Вот. И была тривиальность, но она была не всегда оправданной, он верно сказал. Вот. Что про тебя... Я шарю. Yeah. Он шарит, реально. Я считаю, что твоей ошибкой было всегда это ты иногда не расставлял эти... акценты. Вот. Правильно. Я шарю. Мысли. Вот. Потому что... Тебя ты-ты-ты. Ну, у меня такая же проблема. Честно, когда я читаю свои треки, тогда у меня ты-ты-ты-ты-ты. Когда я смотрю, опа! Я их нигде не укладываю. Ну так вот. Вот. И я считаю, что твой флоу будет вдвойне интересней, если ты будешь расставлять акцент. Это на мой взгляд. И про мое личное мнение, кто победил. Я расскажу почему. Одну минуту. То, что мы с классиком как-то спорили, то, что. Судьи выражают свое субъективное или объективное мнение. Вот я почему говорю, что судьи всегда выражают свое мнение субъективно? Потому что нету такой вот книги, которую бы ты открыл, и там, так, там должно быть 4 парта, так, там, так, там должны быть пантарифмы, да просит меня фанат Бабана, там должно быть то, там должно быть все. Вот таким образом мы просто из своего личного опыта выражаем то, что нам больше интереснее. И мне интересен более батловый стиль, потому что весь второй раунд, он просто тебя как бы... Да хорош, хорош пацан. Он тебя видит насквозь. И... Реально. Я на самом деле, когда вот наблюдаю за парашютом, за всеми наблюдаю, я всегда хочу от раунда к раунду видеть какой-то прогресс, чтобы он шел. И если его нету, я немножко расстраиваюсь. Вот. И он показал, что просто ты одно и то же делаешь. Делаешь одно и то же. Местами нет. Вот. Я считаю, что победил он. Ну, хоть 2-3, но я считаю, что он победил. Когда я говорил, что можно долго, я недолго рассчитывал. Парашют! 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 Это был Минск Independent Battle против слова «Минск победил парашют шума!»